Всем привет, девочки мои! У меня сегодня опять бессонная ночь, и я решила время даром не терять. Сейчас села пить кофе и решила заняться готовкой. Вообще, по планам у меня было утром приготовить себе еду. В общем-то, я так уже все съела, что у меня было в холодильнике. И я хочу приготовить плов, хочу приготовить компот и тушеную капусту. Вот, поэтому то, что я собиралась сделать утром, как уже у меня принято, я делаю это ночью, а утром буду тогда отсыпаться. В общем, если не спится, то что уже, там говорится, мучиться, страдать и пытаться уснуть. Так что сейчас у меня размораживается мясо. Сейчас я почищу овощи, помою и начнем готовить. И будем в процессе общаться. Плов я буду готовить в мультикухне, ну, также в мультиварке можно приготовить. Ну, а компот и капусту на плите. Так, ну что, девочки, я почистила одну морковку, одну луковицу. Вообще, можно делать две, но если кто-то любит много лука и много морковки, я люблю не очень много. И у меня здесь примерно около полкило свинины, мякоть свинины. Тут жира, в общем-то, мало очень. Так, свинина у меня почти разморозилась. Ну, уже можно ее резать. Порежу ее кусочечками и закидаю туда, в мультикухню. Такими небольшими кубиками произвольно. Я уже готовила не раз плов, поэтому многие уже знают, как его готовить. Ну, может быть, за компанию со мной еще приготовите кто-нибудь из вас. Так, буду сразу туда уже отправлять. Все буду резать и отправлять сразу уже в чашу мультикухни. Мультикухня, мультиварка, неважно, девочки. Режим плов, если есть у вас там, значит, все прекрасно, все отлично. Главное, чтобы был режим плов. Так, все. Нет, еще не все, конечно, еще тут есть. Вот, что я хотела, о чем с вами поболтать. Недавно вышло видео, наверное, посмотрели многие из вас, но, наверное, не все посмотрели. У меня в гостях была сестра, и в комментариях мне написали, кто-то написал, пусть сестра открывает канал, она смешная, прикольная. Ну, вообще, на самом деле, да, у меня сестричка такая, с чувством юмора. И действительно, она какая-то у меня смешная и прикольная. Когда мы были молоденькие, мы называли в семье ее Масяня. Если кто-нибудь помнит, в 90-х, по-моему, был такой мультфильм, назывался Масяня. А Масяня — это, ну, такой человечек, такой лохматый, кстати, прическа чем-то похожа, как у моей сестры. Такие же, такие-то кучеряшки, пружиночки на голове. И вот эта Масяня была с чувством юмора, и вот все время что-то там она шутила. В общем, такой забавный мультфильм был. Он даже не детский какой-то был, а, наверное, ну, наверное, и для взрослых, и для детей. Но с удовольствием мы его смотрели, нравился нам этот мультик. Я даже не знаю сейчас, можно ли его вообще где-нибудь отыскать в интернете, этот мультфильм. Я бы его посмотрела с удовольствием. Это такой даже мультфильм, как сериал был. Он не из одной серии состоял. Такие несколько серий разных. Вот. Ну, в общем, Масяню бы я посмотрела. Я даже, если бы сестра захотела бы открыть свой канал, я бы ей посоветовала вообще канал называть Масяня. Но не знаю, захочет она или нет. Но пока что я ей предлагаю. Она не хочет канал открывать. Ну, потому что она вообще не очень любит какие-то перемены в своей жизни. Она уже много лет работает швеей, шьет обувь. И она уже к этой работе привыкла. У нее там все уже налажено, отлажено, как говорится. И она работает на этой работе. Но, может быть, когда-нибудь эта работа уже ей надоест, или что, захочет каких-то, может быть, перемен. Может быть, и откроет свой канал. Но пока она к этому еще не готова. Ну, не каждому удается, может быть, на канале, знаете, все-таки надо
знать, что снимать, надо расклоны вести, ну, разнообразие какое-то. Не знаю, ну, в общем, короче говоря, не каждый человек решается открывать свой канал. Так, все, мясо я нарезала. И сейчас я нарежу соломкой морковку. Я не люблю морковку, честно говоря, на терке. Ну, когда я готовлю эту морковку в супах или вот в плове, например, то кому-то нравится, может быть, на терке, на крупной. Я люблю, когда она все-таки какими-то кусочками. Вот. Ну, я режу соломкой обычно. Кому-то нравится, может быть, кубиками. Я думаю, что это особой роли не играет, если вы готовите для себя. Я люблю импровизировать у себя на кухне. И люблю что-то, знаете, так менять. То я так порежу что-то, то по-другому порежу. То бывает готовлю чуть-чуть по-другому. Бывает что-то добавлю из продуктов. В общем, я не боюсь экспериментировать на кухне. Тем более, если я готовлю лично для себя, то мне нравится, как я готовлю, и моим детям нравится, если кто-то вот приходит в гости. Мне ни разу еще не сказали, что что-то я невкусно приготовила. Самое главное, с душой готовить, и все. Кто-то умеет быстро шинковать. Я быстро не умею, девочки. Я могу на быстренку поставить. Тогда получится быстро. Я так и не научилась быстро шинковать ничего. Нет, вот шинковать капусту быстро научилась. А вот резать морковь, там вот это вот лук, как-то я не научилась быстро резать. Поэтому режу вот так, не торопясь. Ну, а куда мне торопиться? Я никуда не тороплюсь. Поварского дела я никакого не заканчивала. Так что нет такого навыка. Так, морковочку тоже туда отправляю, к мясу. И все. Ну и луковицу я порежу кубиками. Все, луковицу отправила туда, и туда нужно налить чуть-чуть растительного масла, ну, пару столовых ложек. Я насыпаю масло на глаз. Так, все это уже у нас в мультикухне. Я туда добавляю масло, ну, масло я на глаз наливаю, примерно 2 столовые ложки. Вот, и ставлю на режим жарко на 10 минут. Пока это все у нас будет жариться, надо будет все это помешивать. Я приготовила рис. 2 вот такие мерные стаканчика, 2 таких мерных стаканчика риса. Рис промыла, замочила водой. Он в воде уже постоял. Я воду слила и все, подготовила. Дальше я подготовила несколько зубочков чеснока. Вообще можно положить туда просто головку чеснока потом, в конце. Но я не люблю головку чеснока, я просто беру вот такой чеснок, я его вот один зубочек буквально режу там на несколько частей, там на 4 части. Вот такими крупными кусочками. И все, потом туда втыкаю его, и когда он сварится, приготовится, он уже как бы растворяется, что ли, в этом плове и не попадается кусочками так, чтобы ощутимо было, что там чеснок. Такого нет. Поэтому я вот этот чеснок сейчас вот так порежу кусочками. И все туда добавлю. Главное, чтобы он там был. Вот. Приготовила я соль, перец. Приправа к плову. У меня вот такая приправа к плову есть. Можно любую приправу к плову. Если есть зира, можно добавить зиру. Так, у меня начинает это дело закипать. И сейчас я буду это все помешивать. Вот мне специальная лопаточка. Надо будет помешивать. Ну и нам еще понадобится 3 мерных стаканчика воды потом добавить. Я обычно в чайнике уже нагреваю воду. Сразу пол-литра. Пол-литра это есть 3 стаканчика. Уже все отмерено, все проверено. Так, ну сейчас 10 минут пройдет. И потом
продолжим. Надо это помешивать, чтобы оно равномерно там поджаривалось и не подгорало. Так, режим жарка у нас закончился. Теперь можно посолить. У меня тут адыгейская соль. Адыгейская соль очень хорошо подходит к блюдам с мясом. Тут уже в соли есть какие-то специи. Так, зиры у меня нет, никогда не было. Просто соль, перец. Так, специи к плову добавим. Специи тоже я обычно так добавляю умеренно. Я не люблю, когда слишком много специй. Но это на любителя. Кто-то любит, может быть, побольше. Мне главное, чтобы вот такой немножечко запах был, как плова. И все. Так, ну чеснок можно повтыкать, в общем-то, сверху риса. Но я так посыплю чесноком, а сверху засыплю рисом. В принципе, от этого ничего не изменится. И все, и отправляем туда рис. Рис, конечно, если есть круглозерный, желательно. Ну, у меня рис обычный, простой такой, краснодарский. И я делала уже не раз с такого риса. И, в общем, вполне нормально получается плов. Меня он устраивает. Но с круглозерного, может быть, было бы и лучше. Так, все. И заливаем вот это водичкой. Пол-литра воды. Это и есть как раз 3 мерных стаканчика. Я уже сказала об этом. Все. Вот так вот у нас все плавает. Вот. Закрываем крышку, ставим в режим плов на 50 минут. Ну что, поехали дальше. Пока готовится плов, я поставила сотейник, буду в нем готовить капусту и поставила воду на компот. В общем, у меня от старой капусты вот еще половина капустины есть. Я думаю, пора уже ее добивать. И уже продается новая капуста. И все. В общем, томатная паста, растительное масло и луковица. Больше ничего туда не буду. А, ну и лавровый лист. Все, я включила плиту. Добавим сюда маслица. Вот так, может, хватит. Если будет мало, можно будет добавить позже. Так, ну что, надо будет по-быстренькому сейчас порубать капусту, потому что плита уже греется. Девочки, у меня частенько спрашивали, расскажите еще раз, как вы делаете капусту. Капусту, девочки, я вначале обжариваю на сильном огне. Вот масло положила, капусту положила. И теперь будет она поджариваться, немножко уменьшаться в размерах. И чтобы она немножко где-то подрумянилась, чуть-чуть. Но чтобы не подгорала, нужно ее периодически помешивать. И вот она уже когда обжарится, когда уже уменьшится чуть-чуть в размерах, тогда можно будет тогда убавить мощность плиты и на среднем, может быть, даже на слабом огне уже можно будет тушить. И тогда уже добавить соль, томатную пасту, лук. Лук тоже можно уже добавить попозже. Сейчас посмотрим. Пока капуста обжаривается, я сейчас лук нарежу. Я режу такими крупными кубиками, можно, неважно вообще-то, вот кубиками, вот полукольцами. Я уже как привыкла, кубиками режу. Томатную пасту надо будет разбавить в стакане с водичкой. Ну, полстаканчика воды я наливаю. И большую ложку столовую кладу томаты. Сейчас у меня томат такой, красная цена, ну не важно, в общем, любой томат, какой есть. Можно даже жидкий томат, а можно даже помидор. Летом, когда много помидор, я тогда кидаю помидоры. Так, я все уже подготовила, сейчас подготовлю еще водичку и томат разбуду. Так, томат выдавим сюда.
томата. Кто-то любит побольше, кто-то поменьше. Ну, я примерно так, ну, как бы с горкой столовая ложка, примерно так. Я на глаз томат кладу. Я люблю, когда его не сильно много, так, умеренно. Так, томатик подготовили, отлично. Размешаем. Все, пускай стоит. Лук готов. Посолим чуть-чуть попозже. Надо еще помешать. Так, рано, еще не поджарилось. Так, немножечко в столовочку это отправляю. И теперь мне нужно достать ягоды замороженные, приготовить для компота. Девочки, мои заготовки на зиму еще до сих пор остались. Вот такой контейнер еще целый у меня стоит. А тут разные ягоды. Тут есть виноград, вишня, смородина. В общем, я даже яблоки сейчас добавлять не буду. Положу побольше вот этих ягод. И даже еще клубника есть замороженная. И сделаю чисто из ягод компот. Пора уже это все съедать, выпивать. Вообще в компот иногда добавляю варенье. Ну, сейчас я добавлю, посмотрю, сейчас либо варенье, либо сахар. Все равно что-то сладенькое получу. Вы теперь видите, как подрумянилась немножко капуста, и она сразу дает свой такой сладковатый запах. И вот благодаря этому запаху капуста получается вкусная, ароматная. Сейчас уже можно закинуть лук и обжарить все это с лучком. Я теперь убавила, поставила на средний огонь, чтобы уже она не сильно поджаривалась, обжарилась умеренно. Вот. Ну и на этом же этапе можно, в общем-то, и посолить, поперчить, ложечку кинуть. Потом останется только залить томатиком. Сейчас лучок тоже немножечко размякнет. Ягоды я закинула в компот уже. Сейчас добавлю что-нибудь сладенькое. Так, у меня компотик закипает. Я туда добавила еще клубнику замороженную. Сахар добавила. И вот немножечко, пару ложечек малинового варенья. Ну, это все для запаха. Все, поставила на медленный огонь. Компотик должен покипеть минут 5-7. 7 минут больше не нужно. Так, а что у нас с капустой? С капустой все уже в порядке. Вы уже видите, что подрумянилась она вот такая вот, немножечко так коричневатенькая становится слегка. Лук уже размяк, все там есть. И заливаем все это томатом. Можно поставить теперь на единичку, и чтобы оно слабо тушилось, не поджаривалось ничего, просто тушилось. Все, закрываю все крышкой и жду. До конца приготовления плова осталось 2 минуты. И я за это время успела еще потушить капусту и сварить компот. Компот я уже выключила, он настаивается. Капусту поставила на единичку. Ну, потушится еще минут 5-10, и можно будет тоже выключить. И все. И будет у меня все готово. Ну вот и все, мои хорошие. Не зря вы время провели. Капусту я уже выключила, все у меня уже готово. Так что на завтра я уже, в общем-то, себя обеспечила едой. И завтра уже, можно сказать, буду отдыхать. Ну, только нужно будет еще видео монтировать, и все. В общем, на всю эту готовку у меня ушло меньше 2 часов. Где-то 1:50 примерно, на все про все. Вот, так что еще полно времени, можно спать ложиться, еще 3 часов нету. Но мне пока что еще не спится, так что я сейчас посмотрю, или монтировать видео сяду, или телевизор буду лежать смотреть. В любом случае, ночь продолжается, у меня уже все готово. Возможно, дочка утром придет ко мне, забежит по делу, и мне уже будет хотя бы есть чем накормить ребенка. Вот, ну все, мои хорошие девочки, на этом я хочу с вами попрощаться. Кому видео понравилось, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. У кого какие-то вопросы, задавайте, буду отвечать с удовольствием на ваши вопросы. У кого есть какие-то предложения, может быть, посоветуйте мне что-то снять для вас, что-то интересное. У кого-то, может быть, есть какой-то совет, вот, что бы вы хотели, чтобы я для вас сняла. Вот. Ну и все на этом. Жду ваших комментариев. Пока-пока.